Привет, друзья! Меня зовут Владимир Бероев, я фотохудожник, основатель и креативный директор мастерской сверхфотографий. И сегодня я хочу познакомить вас с одним замечательным, я бы даже не побоялся сказать, уникальным проектом моих друзей, который называется «Основы хорошей презентации». Презентация в голове многих из нас – это набор каких-то слайдов, сделанных в PowerPoint. Люди, кто работает по найму, в корпорациях, в компаниях, наверное, хорошо с этим знакомы. Но на самом деле презентация, прежде всего, это история. Прежде всего, это рассказ о себе, рассказ о своем продукте, о своей компании. Рассказ такой, который заинтересует людей, к которым вы обращаетесь, и даст им, собственно, информацию, затронет их эмоциональную часть – и, в общем-то, сделать этих людей не исключено вашими друзьями. Конечно, если это вам нужно. И буквально в это воскресенье Алексей Бурба, мой хороший друг, с которым мы сделали несколько проектов вместе, проводит уже не в первый раз открытый тренинг. Тренинг пройдет в течение всего дня, на котором будет и теоретическая часть, и будут практические упражнения. Алексей научит вас выстраивать структуру презентации, а потом научит вас, как сделать, собрать эти мысли и поместить их в ту самую программу PowerPoint, или это может быть Keynote, или может быть какая-то другая структура, это уже не так важно. Важно сам рассказ, важна сама история. Безусловно, очень многие вещи можно сейчас узнать в интернете, прочитав, послушав многие мастер-классы, посмотрев, как выступает Стив Джобс, посмотреть, как выступает Илон Маск. Это очень здорово, это очень поможет. Однако в самообразовании очень важно, чтобы у нас были некие векторы, некие эксперты, к которым мы могли обратиться, и то, что мы сами можем изучать достаточно долго, с разной степенью эффективности, обращаясь к экспертам, они нам просто покажут и как проводники помогут нам наиболее коротким путем подойти к решению наших задач. Так вот, тренинг, который пройдет в это воскресенье, называется «Основы хорошей презентации». Как раз об этом. Человек, который помогает руководителям и собственникам рассказывать о своем бизнесе, о своих проектах, сейчас делится этими знаниями. Делится знаниями с желающими эти знания получить и приобрести. В это воскресенье с 10 часов до 19:30 пройдет это мероприятие. Пройдет оно уже не первый раз. Примерно полтора месяца назад я посетил такое мероприятие, и, честно говоря, после этого я решил переделать свой сайт. Я решил переделать ту информацию, как я рассказываю о своем проекте, о своей мастерской сверхфотографии. Кстати, она называлась раньше по-другому, и в том числе благодаря тренингу Алексея я решил изменить это название, чтобы оно было более простое, чтобы оно было более понятное, и как результат привлекло гораздо больше людей. А теперь самое интересное. Друзья, я хочу сказать о скидке. Тренинг Алексея стоит почти 9000 рублей, и каждая копейка этого вложения будет 100% оправдана. Однако, если при заказе тренинга вы скажете секретный пароль от Вовы, то получите скидку. Цена со скидкой составит всего 6000 рублей. 6000 рублей, то есть это меньше $100 по текущему курсу. Эти деньги вы вложите в себя, эти деньги вы вложите в свой продукт. И вот что еще должен сказать. Тренинг «Основы хорошей презентации» – это билет в один конец. Друзья, вы действительно после этого тренинга просто не сможете делать плохие слайды. Вы не сможете рассказывать неинтересно. Вас будет что-то внутри коробить. Взамен этого вы получите навык, взамен этого вы получите методический материал, к которому как к справочнику будете обращаться. И ваши рассказы будут гораздо более интересными, гораздо более насыщенными энергетически, информационно, эмоционально. И в конце концов я более чем уверен, что они вам принесут дополнительные деньги и удовлетворение от собственных выступлений, от собственных рассказов и от собственной деятельности. Поэтому, друзья, 24 января 2016 года проведите этот выходной, проведите это воскресенье с пользой и очень эффективно для себя. Повторяю. Скажите пароль при заказе от Вовы, и вы получите доступ к этому семинару со скидкой. Он будет стоить всего 6000 рублей. Это живое мероприятие с упражнениями, с теорией и с практикой. Всего вам доброго, увидимся. Приходите на тренинг к Алексею. Пока.